Увлажняющая сыворотка Капаус Профессионал для восстановления волос. Полный обзор средства. Повреждения локонов возникают по различным причинам. Вначале они незаметны, поэтому и своевременное устранение их не проводится. Видимой проблема становится в момент, когда происходит ее накопление. Увлажняющая сыворотка для восстановления волос от Капаус подходит для быстрого восстановления красоты прически и избавления от повреждений. Для достижения желаемого эффекта применять состав надо грамотно, соблюдая правила нанесения. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Причины повреждения волос пряди подвергаются трем видам негативного воздействия. Женщины, которые часто меняют прически, перекрашивают волосы и используют фен для сушки, особенно нуждаются в средствах для устранения повреждений локонов. Механические повреждения возникают по причине слишком частого расчесывания. Неполезен и начес. При таком воздействии чешуйки верхнего слоя повреждаются, из-за чего начинается расслоение кончиков, а также повышается ломкость. Термические повреждения появляются при частом использовании фена и различных приборов для укладки локонов, приводящих к их нагреву. Это вызывает обезвоживание прядей, и они становятся похожи на паклю. Химические повреждения возникают из-за окрашивания химической завивки. Такие действия становятся причиной разрушения естественных биологических соединений, в результате чего поверхность прядей тускнеет. Также химические воздействия иссушают локоны. Поврежденные подобным образом пряди выглядят пропыленными и неестественными. Сыворотка Капаус не исправляет последствия всех негативных воздействий на пряди, так как они являются мертвой структурой и не восстанавливаются. При сильном разрушении текстуры, кто производит российская фирма Капаус постоянно совершенствуется и развивается, используя для производства своих средств современные разработки и высококачественное оборудование. Продукция компании составляет достойную конкуренцию импортным средствам и при этом имеет доступную для каждого цену. Вся продукция Капаус Профессионал профессионального уровня предназначена не только для домашнего применения, но и для элитных салонов красоты. Все средства, выпускаемые производителем, проходят двойной контроль качества на полное соответствие не только российским, но и европейским стандартам. Это позволяет не сомневаться в том, что вся косметика безопасна для здоровья. Сотрудники предприятия регулярно проходят курсы повышения квалификации и имеют доступ к информации о ведущих разработках в сфере косметических средств по уходу за волосами и ногтями. Возникшая в 2001 году фирма постоянно стремится к развитию и совершенствованию. Линейки продукции и каталоги постоянно расширяются, что позволяет каждому найти для себя оптимальный вариант. Эффективность сыворотка способствует глубокому увлажнению прядей любого типа. За счет присутствия в составе силиконовых масел при правильном применении препарата происходит устранение видимых дефектов, возникших из-за повреждения волосяных чешуек. Препарат позволяет сделать локоны блестящими, эластичными, предупредить их ломкость и спутывание. Защищает сыворотка Капаус локоны от агрессивного воздействия внешней среды. Применение состава рекомендовано, если на прическу оказывается влияние морской воды и палящего солнца. Использование сыворотки рекомендуется для восстановления прически после окрашивания и завивки, а также при использовании термических средств для укладки. При поездках на море препарат позволяет не допустить ухудшения состояния локонов. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Состав содержит идеально сбалансированный комплекс активных веществ. В нем присутствует гидролизованный кератин, обеспечивает качественное увлажнение кортез, вещество, способствующее устранению мелких повреждений поверхности. Силиконовые масла защищают от негативного воздействия и восстанавливают слабые и умеренно поврежденные чешуйки. Эфирные масла обеспечивают питание корней волос, антистатики. Правило применения: использовать сыворотку необходимо в такой последовательности: мытье головы шампунем, соответствующим типу волос. Просушивание волос полотенцем, встряхивание флакона с сывороткой, нанесение состава на волосы по всей длине. Смывание состава не требуется. Через 5-10 минут после его нанесения приступают к укладке. Сколько пользоваться в зависимости от степени повреждения волос, результат от применения состава проявляется после одного раза нанесения или курса из 10-12 процедур. Ограничений по продолжительности времени применения сыворотки нет.
Производитель рекомендует наносить препарат после каждого мытья головы. Плюсы и минусы: к достоинствам средства от капуз можно отнести идеально сбалансированный состав, отсутствие вредных компонентов, быстрый эффект, постоянное использование. Недостатки: сыворотки, нестойкость эффекта, нет возможности купить во всех магазинах, невозможность устранить все повреждения. Профилактика: для сохранения красоты волос необходимо не только использовать сыворотку, но и соблюдать простые правила профилактики. Их повреждения: отказ от использования термических приборов для укладки, мытье головы не чаще одного раза в неделю, отказ от химической завивки, отказ от начесов, снижение частоты окрашивания. Меры предосторожности: состав нельзя применять только в том случае, если на него имеется аллергия, а также присутствуют раны на коже. Основными правилами безопасности при использовании препарата является предупреждение его попадания в глаза и рот. Использовать капуз полезно не только для лечения повреждения волос, но и для профилактики их ухудшения. Полезный видеообзор средств по уходу за волосами капуз Professional от Людмилы. Уход за волосами от капуз. Брать или не брать, расскажет Иринка. Причина повреждения волос пряди подвергается трем видам негативного воздействия. Женщины, которые часто меняют прически, перекрашивают волосы и используют фен для сушки, особенно нуждаются в средствах для устранения повреждений локонов. Механические повреждения возникают по причине слишком частого расчесывания. Неполезен и начес. При таком воздействии чешуйки верхнего слоя повреждаются, из-за чего начинается расслоение кончиков, а также повышается ломкость. Термические повреждения появляются при частом использовании фена и различных приборов для укладки локонов, приводящих к их нагреву. Это вызывает обезвоживание прядей, и они становятся похожи на паклю. Химические повреждения возникают из-за окрашивания химической завивки. Такие действия становятся причиной разрушения естественных биологических соединений, в результате чего поверхность прядей тускнеет. Также химические воздействия иссушают локоны. Поврежденные подобным образом пряди выглядят пропыленными и неестественными. Сыворотка капуз не исправляет последствия всех негативных воздействий на пряди, так как они являются мертвой структурой и не восстанавливаются. При сильном разрушении текстуры, кто производит российская фирма капуз постоянно совершенствуется и развивается, используя для производства своих средств современные разработки и высококачественное оборудование. Продукция компании составляет достойную конкуренцию импортным средствам и при этом имеет доступную для каждого цену. Вся продукция капуз Professional профессионального уровня предназначена не только для домашнего применения, но и для элитных салонов красоты. Все средства, выпускаемые производителем, проходят двойной контроль качества на полное соответствие не только российским, но и европейским стандартам. Это позволяет не сомневаться в том, что вся косметика безопасна для здоровья. Сотрудники предприятия регулярно проходят курсы повышения квалификации и имеют доступ к информации о ведущих разработках в сфере косметических средств по уходу за волосами и ногтями. Возникшая в 2001 году фирма постоянно стремится к развитию и совершенствованию. Линейки продукции и каталоги постоянно расширяются, что позволяет каждому найти для себя оптимальный вариант. Эффективность сыворотка способствует глубокому увлажнению прядей любого типа. За счет присутствия в составе силиконовых масел при правильном применении препарата происходит устранение видимых дефектов, возникших из-за повреждения волосяных чешуек. Препарат позволяет сделать локоны блестящими, эластичными, предупредить их ломкость и спутывание. Защищает сыворотка капуз локоны и от агрессивного воздействия внешней среды. Применение состава рекомендовано, если на прическу оказывается влияние морской воды и палящего солнца. Использование сыворотки рекомендуется для восстановления прически после окрашивания и завивки, а также при использовании термических средств для укладки. При поездках на море препарат позволяет не допустить ухудшения состояния локонов. Состав содержит идеально сбалансированный комплекс активных веществ. В нем присутствует гидролизованный кератин, обеспечивает качественное увлажнение кортез, вещество, способствующее устранению мелких повреждений поверхности. Силиконовые масла защищают от негативного воздействия и восстанавливают слабые и умеренно поврежденные чешуйки. Эфирные масла обеспечивают питание корней волос, антистатики. Правило применения: использовать сыворотку необходимо в такой последовательности: мытье головы шампунем, соответствующим типу волос.
просушивание волос полотенцем, встряхивание флакона с сывороткой, нанесение состава на волосы по всей длине. Смывание состава не требуется. Через 5-10 минут после его нанесения приступают к укладке. Сколько пользоваться? В зависимости от степени повреждения волос, результат от применения состава проявляется после одного раза нанесения или курса из 10-12 процедур. Ограничений по продолжительности времени применения сыворотки нет. Производитель рекомендует наносить препарат после каждого мытья головы. Плюсы и минусы. К достоинствам средства от капуз можно отнести идеально сбалансированный состав, отсутствие вредных компонентов, быстрый эффект, постоянное использование. Недостатки сыворотки: нестойкость эффекта, нет возможности купить во всех магазинах, невозможность устранить все повреждения. Профилактика: для сохранения красоты волос необходимо не только использовать сыворотку, но и соблюдать простые правила профилактики их повреждения. Отказ от использования термических приборов для укладки, мытье головы не чаще одного раза в неделю, отказ от химической завивки, отказ от начесов, снижение частоты окрашивания. Меры предосторожности: состав нельзя применять только в том случае, если на него имеется аллергия, а также присутствуют раны на коже. Основными правилами безопасности при использовании препарата является предупреждение его попадания в глаза и рот. Использовать капуз полезно не только для лечения повреждения волос, но и для профилактики их ухудшения. Полезный видеообзор средств по уходу за волосами капуз Professional от Людмилы. Уход за волосами от капуз. Брать или не брать, расскажет Иринка.